Здравствуйте, братцы. Песня посвящается замечательным артистам, моим друзьям, не сделавшим большой карьеры. Я никогда не просыпался знаменитым, и вероятнее всего, что не проснусь таким уже. С утра встаю я исключительно помятым и небритым, и в туалет шагаю в полном неглиже. На кухне кофе с сигаретой, хоть прекрасно мне известно, что не пойдет на пользу это организму моему. Пора завязывать, но это тоже стало общим местом, и мне противно, сам не знаю почему. Одни летят, проходит жизнь, и я еще чего-то жду. Но то ли звезды не зажглись, а то ли карты не сошлись, а может, выпущил не ту. Я никогда не знал полнейшего достатка, и вероятнее всего, что не дождусь его уже. Смешно рассчитывать мне на излете пятого десятка, хотя надежда вяло теплится в душе. Но свято верю я, когда-нибудь я обрету покой, раздав друзьям свои бесчетные долги. Но не сожгу я ни одной своей расписки долговой, они мне как литература дороги. Одни летят, проходит жизнь, и я еще чего-то жду. Но то ли звезды не зажглись, а то ли карты не сошлись, а может, вытащил не ту. Я никогда не видел то, что невозможно объяснить, и вероятнее всего, что не увижу никогда. Но чтобы все понять, не хватит даже вечности прожить, а кое-что не стоит права и труда. Я не пытаюсь понимать, я просто-напросто гляжу из близорукого подбровного окна. И вот этот экшен бесконечный, я, признаться, нахожу, не слишком сильно отличается от сна. Одни летят, проходит жизнь, и я еще чего-то жду. Но то ли звезды не зажглись, а то ли карты не сошлись, а может, вытащил не ту. Да, видно, вытащил не ту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но то ли звезды не зажглись, а то ли карты не сошлись. Но вероятнее всего, что просто вытащил не ту.